Полмиллиона рублей чистой прибыли получает в исправительной колонии номер 6 за счет производства туристической мебели. Более того, как уверяет ВУФСИН, доля омской колонии на федеральном рынке достигает 70%, при том, что производство запустили год назад. Стулья, раскладушки, спальные мешки и даже бани. Осужденные работают в 4 цехах, в бригаде 50 человек, большинство из них в колонии уже несколько лет. К работе допустили только тех, кто прошел специальное обучение. Готовые изделия продаются практически во всех магазинах товаров для отдыха, туризма, рыбалки и охоты в Омске и соседних регионах. Отрабатываю долги, которые остались на воле. Естественно, время проводим, так быстрее идет. Рассчитываться удается. Помимо того, что удается рассчитываться, еще и остаются какие-то деньги, то есть наличные расходы. То есть все устраивает, в принципе. Недавно поставили новое оборудование гибочное, то есть это нам уже позволяет увеличить выпуск. То есть, ну и, соответственно, была произведена модернизация покрасочной камеры, где осуществляется покраска металлических каркасов, это всей мебели. То есть, что в данный момент нам позволяет тоже увеличить этот объем, ну, выйти порядка на 600 тысяч штук в месяц.